Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, и сегодня у нас пятница, 19 апреля 2019 года. Ну, начну с погоды. В Анапе уже вот как который день пасмурно. Небо серое, солнце с еле бледным пятном пробивается, ветер. Ну, хотя, видите, конечно, газоны зелененькие, но как вот ветер колышет траву на газонах. Температура, ну, где-то градуса 4, вот я сюда градусник приспособил. Третий день, как мы живем с Машей вдвоем. Сегодня она у меня пошла на учебу, на рисование. Я ее провожал и на обратном пути зашел в два магазина. Это «Перекресток» и «Агрокомплекс». И сейчас я расскажу о своих покупках, которые я сделал. Кстати, сделал я эти покупки по рекомендации Наташи. Она вчера приходила в гости и посоветовала купить для Маши что-нибудь мясное, потому что у Маши сейчас ответственная пора в школе, выпускные контрольные работы, поэтому ей нужно сейчас хорошо питаться. Вот. Ну, а я сейчас расскажу, что я тут купил. И будет интересно, конечно же, те, кто живет в Чите, ну, прежде всего в Чите, а может, конечно, в других городах, сравнить цены. Кстати, я вот когда побывал в Чите, я, ну, просто поразился этим высоким ценам. Когда приходишь в магазин читинский, ну, а я был в сетевых магазинах, таких как «Читинка», «Привоз», «Караван», «Спутник». Ну, цены там как-то так вот пугают. Вот. В Анапе даже вот первое посещение самого такого распространенного магазина «Магнит», оно как-то меня успокоило, и жить здесь можно. Итак, начнем. Ну, покупок я много не совершал. Так, сейчас будем смотреть. Значит, первое, что мне посоветовала Наташа, это зайти в магазин «Перекресток» и купить вот эти котлетки из телятины. Котлетки из телятины. Мираторг. Вот, заплатил я за них, они идут по скидке, 99 рублей, две котлетки. Так, потом я зашел в магазин «Агрокомплекс», ну, купил вот такой хлеб деревенский называется. Батон. Молоко. Тоже агрокомплекс. Агрокомплекс. 3,2. По цене. Сейчас посмотрим. Так, значит, у нас... Молоко питьевое, пастеризованное, 48 рублей. Угу. Батон юбилейный 31 рубль и хлеб деревенский 19 рублей. Также баночку икры. Так, икра у нас кабачковая 500 грамм 65 рублей.
повидло, соскучился я по агрокомплексскому повидлу. Это у нас повидло яблочно-сливовое, я люблю кисленькое, и стоит оно 49 рублей. Так. И вот по рекомендации Наташи купил вот эту тушку. Тушка куры, потрошенная, для наваристого бульона. Вот. И за тушку я заплатил. Так, за тушку я заплатил. За тушку я заплатил. Ага, тушка. 119 рублей. Угу. 119 рублей. Это за килограмм, но у меня вышло чуть больше, почти в два раза. То есть у меня кило и 700, 204 рубля я заплатил за тушку. Ну вот, друзья, что? Повесил картину. До этого здесь висела другая картинка. На кухне у меня полный порядок. И вчера я еще купил вот эту вот вешалку. Вот, потому что не было у нас вешалки до сих пор. У нас вся одежда валилась на коробки, на велосипед. Вот. Ну, вчера пошел, купил в магазине вот такую вешалку. Она, конечно, небольшая, не ахти какая, но зато можно вешать одежду. Ну, вот и все, друзья. Я буду вас информировать о своем житье-бытие. Я думаю, если вам интересно это, то, пожалуйста, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, вот ничего не пойму. В Чите я снял видео, я его сейчас вот в конце сделаю на него заставку. Рынок Витен. Я там хожу по рынку, это самый такой рынок, вот, на который я постоянно ходил и покупал. Я там делаю обзор цен, и вдруг вижу в статистике Ютуба это видео послужило для отписки сразу 5 человек. 5 человек это видео каким-то образом отпугнуло от меня, от моего канала. Абсолютно не знаю. Итак, друзья, посмотрите это видео. Витен, рынок Витен Чита. Также посмотрите другие мои видео из плейлиста «Поездка в Читу». Чита мое Забайкалье. Ну и все, друзья. До следующих встреч. До свидания вам. Всего вам доброго. Пока.